Доктор, а расскажите, пожалуйста, какие есть вообще противопоказания для установки внутриматочной спирали? Да, есть противопоказания, например, как гиперчувствительность к металлическому, к металлической основе спирали. Также это любые злокачественные или предонкозаболевания шейки матки, либо самой матки. Однозначно воспалительные заболевания. Никто не будет ставить внутриматочную спираль при воспалении, при хроническом вялотекущем воспалении, либо при остром воспалении, например. А на какое время ее можно поставить? Есть разные спирали, можно поставить на 5 лет, можно на 7, есть на 10 лет спирали. Если, в принципе, пациентке нужно раньше извлечь спираль, мы можем извлечь в любой день менструального цикла. Конечно, это в идеале, когда идет менструация, но при желании можно извлечь в любое время спираль. А золотые спирали лучше или это маркетинговый ход? Есть золотые, есть серебряные спирали. Это не маркетинговый ход. На самом деле научно это было доказано, то, что спираль, содержащая в себе ионы серебра либо золота, более стерильная, антисептичная. То есть при нахождении спирали с золотом либо серебром, с ионами золота либо серебра, нет такой воспалительной реакции на инородное тело в полости матки. А правда, что есть гормональная спираль? Да, такие спирали тоже есть. А зачем она нужна? Что в ней особенного? Особенность этой спирали в том, что в этой спирали есть гормон гистоген. Он называется левоноргестрел. И он создан для того, чтобы лечить. То есть это не только спираль для контрацепции, но эту спираль еще используют для лечения. Например, она используется при обильной менструации, при эндометриозе, при различных гиперплазиях эндометрия, при аденоматозах в некоторых формах, при железокистозных гиперплазиях, то есть при патологии эндометрия, когда нам нужно его рост избыточный подавить.